Ох, кто там? Я же только заснул, совсем поспать не дают. Ладно, пойду проверю. Так, звуки доносились из туалета, но оно и логично, у меня только одна комната, кроме спальни. Так, сейчас надо открыть. Так, и что же тут? Что? Ты еще кто? Так, мне это снится? А ну-ка получай! Кто ты такой, говори! Ну раз не говоришь, значит получай, на тебе. Я тебя смою. Ладно, раз уже сюда пришел, надо сходить в туалет. Надеюсь, никакой скибиди туалет не вылезет. Ай, что это? Что? Опять ты? Я же тебя смыл, получай, на. Ну все, ты мне надоел. Получай, надо его смыть. Наконец-то. Надеюсь, этот скибиди туалет опять не вылезет. Ладно, я пойду опять спать. Да уж, хорошо, что у меня маленький домик. А то бы я сейчас не понял, в какой комнате скибиди туалет. Хотя логично, что в туалете. Ладно, что-то у меня с мозгами не то, надо поспать. Так, укладываемся. Что это? Ой, что это за звуки? Опять что ли скибиди туалет? Ух, ёшки-матрёшки, какой он большой. Видно, что больше того. Что тебе надо? Помогите, пожалуйста. Тупой скибиди туалет, что тебе от меня надо? Помогите кто-нибудь. Уважаемые люди, нужно что-то предпринимать против скибиди туалетов. И так как я вас сюда позвал, вы должны дать идеи, как с ними бороться. Есть у кого какие идеи? Ну, я думаю, можно какой-нибудь домик построить и там укрываться. Было известно, что какой-то скибидист-гигант умеет ломать стены, поэтому это плохая идея. Ну, лично я предлагаю просто сдаться. Скибидисты очень сильные, поэтому против них мы вряд ли что-то сделаем. Да, скибидисты очень сильные, но мы не настолько ничтожные, чтобы просто сдаться. Ну, моя идея — это соорудить каких-нибудь роботов, агентов там, по типу камераменов. Лично я думаю, что это самая лучшая идея. Именно этим я и займусь. Подождите, я слышу какие-то звуки. Вы не слышите? Да, я слышу скибиди доп доп яс яс. Кажется, это скибиди туалеты, надо бежать. Кажется, их там несколько. Похоже, мы в ловушке. А, вон я его вижу. О нет, он сейчас вытрет. А, бежим. Ай, черт, я сейчас умру. Эти тупые скибиди туалеты. Я вас убью. Идите сюда. Ну все, вы меня достали. Иди сюда, на. На, тупой скибиди туалет, на. Смываю, на. Так, с первым справился, теперь второй. Так, на тебе. На тебе с ноги, на. На тебе, на. Чтобы жизнь малиной не казалась. Так, вот кнопка смыва, вот так вот. Офигеть, какой гигантский, ну ничего, я с тобой справлюсь.
Так, я запрыгиваю. Давай, давай же. На, я смыл. Ой, мои ноги. Кто-нибудь, помогите. Эх, ползком я мало куда доберусь. Помоги.